4, 6. Как же я их понесу? Сумочку-то я забыла. Дай мне пакетик какой-нибудь. Нет у нас, бабусенька, бумаги, нет. Ну так что же, я в подоле что ли понесу? Я вам русским языком объясняю. Нет у нас завертки, нет. У вас кармашки, есть кармашки? Да нет у меня кармашки. Мне, пожалуйста, бутылку водки столичной и бутылочку Кагора. Только заверните, пожалуйста. Гражданин, товарищ мой дорогой, я же при вас, бабусеньке, объясняла. Нет у нас завертки, нет. Вы глухой, что ли? Нет, нет, мне яблочные варенье. Да я не вам, дедуся. Это вот гражданин с бородкой, он плохо слышит. Я очень хорошо слышу, но не могу я вот так вот по улице ходить. А вы газетку с собой взяли старенькую. Небось, газетку читаете? Человек, видать, интеллигентный, а зря беспокоитесь. И мне голову морочите, миленький. Гражданин! Вы что, фонарели, что ли? Иван Степанович! Иван Степанович! Вот вам, мамаша, яичек. Иван Степанович! Иван Степанович! Ну чего кричишь-то? Плакат на Кульки разорвали. Я с ними по-культурному как договорились. Они, понимаешь, халят, безобразничают. Да еще с улыбочкой. А этот бороду-то отрастил, как у Пушкина. И воображает. Я ему говорю, вы бы газетку старенькую с тобой взяли. А он плакат сорвал. Нюра, не волнуйся. Да как же не волноваться-то? Другой повесим.